Ребят, видео для тех, у кого очень старые автомобили и у кого проблемы с опусканием, подыманием стеклышек. Все дело в том, что когда вот эти вот резиночки у вас уже стираются, бархотки кончаются, вот там вот, да? И когда вы начинаете моторчиком подымать окно, оно тяжело идет, и в какой-то момент вот еле-еле упирается и тормозит. Смотрите, какой есть. Нашел. Есть маска тефлоновая. Там какой-то вот сухая смазка для защиты и разделения поверхностей. Не содержит масел и жиров, видали? И нету силикона. То есть там какая-то жидкость, но в нем тефлоновый порошок, да, которым сковородки вы банжите. То есть если мы его наносим, должно быстренько теперь скользить все. Хитрая конструкция баллона позволяет распылять в любом положении. Вверх ногами, боком, вертикально. Ну, в общем, тефлон распыляемый. Давай. Он наносится на поверхность, вот эта жидкость, в чем он разведен, испаряется, а поверхность остается смазанная вот именно тефлоном, супер скользкой такой штукой. Да, вот видите, ага, вот я сейчас, вот он, белый вот такой порошок, скользкий. То есть легко наносится, легко намазывается. И все это потом буквально можно тряпочкой лишнее стереть. Видите, он высыхает, он прям, вот он, порошок, ребят. Так, ну и давай. Вот сейчас пару раз туда-сюда. Ну что, есть разница? Знаешь, да. Не скажу, что прям... Ну да, не сказать, что прямо она аж побежала, но однако, ребят, это лучше, чем было. Лучше, вот он на вот этой высоте, он уже тормозился. Да. А сейчас он так бодренько на одной скорости поднимается. И все, вот тебе, пожалуйста. А при заведенном двигателе тем более будет хорошо. Так что вот, ага, давай с моторчиком. Ну и вообще закрылось. Так что вот, ребят, если что, есть вариант, когда... можно попытаться облегчить работу стеклоподъемников, особенно на старых машинках. Есть разница. Дай пузырек еще раз. Не реклама, куплен за свои деньги, просто вот показывая. Вот такая штука. Брал на Озоне, не помню сколько, 400 рублей, по-моему. Ну что-то так. Пробовали ВД-шками, силиконами, помогает, но ненадолго. Да, ВД-шки, силиконы, пока она мокрая, она ездит. А это наоборот, она высыхает, и вот порошок, видите, вот сыпется. То есть вот так. Пробуйте. Все, всем пока.